В экспозиции более 40 работ, датированных с 17 по 20 век. Ян Фернандес, Сен-Жан-Симон, Рахель Реях, Петров Водкин, Куприн, Арефьев – лишь небольшой список художников, чьи картины представлены в зале. Некоторые работы выполнены на дереве. Специалисты отмечают уникальность техники исполнения. Натюрморт, конечно, первый сразу навскидку определение – это мертвая природа, мертвая натура. На самом деле можно и другое название вспомнить – немецкое или голландское «Stilleben» или «Stilleben» – «Тихая жизнь предметов». А каждый из нас помнит из детства. Оля Лукоя помнит, когда родители уходили спать, вдруг что-то на столе среди привычных чернильных приборов, еще балеринка – хотя у меня ножка была отломана, начинали они двигаться. И вот кажется, что у этих вещей есть какая-то самостоятельная жизнь. Организаторы приурочили выставку ко дню рождения музея. 6 ноября учреждению культуры исполнится 89 лет. Мы хотели вот севастопольцам преподнести такой подарок. Это работы высочайшего класса. Это работы наших величайших и западноевропейских художников периода 17-20 века. Выставку можно будет посетить бесплатно 4 ноября с 18 до 23 часов в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2016». Сергей Краснослободцев, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя.